Вера Файзулина – одна из 10 героев проекта «Живая память». Во время Великой Отечественной работала фельдшером, служила в женском зенитном полку. Как и у всех ветеранов, у нее есть сотни историй о подвигах, любви, дружбе, лишениях и горе. Их она и рассказывала волонтерам. Однако в преддверии Дня Победы говорить хочет о настоящем, о том, чтобы современная молодежь не знала войны. Что могу сказать? Коротко, чтобы не было войны, чтобы был мир. Чтобы вы никогда ее не видели. Счастья вам, доброго, хорошего, неба чистого. Всего вам. «Живая память» – уникальный для Самарской области волонтерский проект. Добровольцы собирали истории ветеранов, их стихи и рассказы по всей Самарской области. Особо сложно не было, потому что ветераны, они очень открытые. Они в основном сами предлагали какие-то свои факты из биографии, либо свои произведения. Ветеранам сложно говорить о самой войне, поэтому чаще всего они рассказывают о своей жизни, они рассказывают о своих семьях, о любви очень много рассказывали, которая у них была просто невероятная. Волонтеры прошли специальную подготовку, как работать с пожилыми людьми, с ветеранами, как оцифровывать произведение правильно, чтобы достоверно передать информацию. Им давался адрес, заранее договаривались о встрече и беседовали, общались и действительно для себя почерпнули много советов житейских от этих великих людей. Итог проекта не только общение молодежи с ветеранами. Все истории, стихи, рассказы вместе с биографиями их авторов сохранены в специальном сборнике. Тираж 150 копий. Их получат сами ветераны-участники, а также библиотеки Самарской области. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Новости губернии.